Системные администраторы всей России отметили свой профессиональный праздник. В Орле это событие уже традиционно ознаменовалось трехдневным слетом IT-специалистов. Он прошел в деревне Синожать Орловского района. Как обычно, у мероприятия была не только особая атмосфера, но и тематика. В этом году ею стал космос. С бойцами невидимого IT-фронта всей России не только познакомилась Мария Гусева. В наши дни практически невозможно представить ни одну компанию, предприятие или даже квартиру без компьютеров и интернета, надежное функционирование которых обеспечивают IT-специалисты, работа которых для обычных людей часто незаметна. Например, борьба с вирусами или багами, но очень важна. Именно поэтому шестой год подряд в Орловском районе собираются IT-специалисты и системные администраторы со всей страны, чтобы поделиться опытом, пообщаться с коллегами, обсудить больные темы и, конечно же, отдохнуть. Это даже направление жизни. Это отдельное мышление. Поэтому как бы, здесь очень много единомышленников, с которыми мы общаемся, делимся опытом. В общем-то, мы уже четвертый год вот здесь, на этом слете, приезжаем вместе с друзьями, с детьми. Участвуем в конкурсах, проводим их, общаемся. В общем, здесь просто чудесно. Слет проходит в относительной отдаленности от города, поэтому вопросы обеспеченности связью интернетом, особенно для IT-специалистов, важны. Каждый приехал с несколькими электронными гаджетами – ноутбуком, смартфоном или планшетом. Качественным мобильным интернетом и голосовой связью вот уже несколько лет подряд обеспечивает мероприятие оператор связи МТС. За несколько дней до событий специалисты МТС привезли и установили на площадке IT-слета мобильную базовую станцию, благодаря которой участники могли с комфортом делиться впечатлениями в соцсетях, выкладывать фото и видео с мероприятия. А эксперты оператора на тематических мастер-классах поделились со всеми желающими своими уникальными разработками. Проект «Ремонт без обращений». Благодаря этому нашему нововведению мы диагностируем и оперативно устраняем даже совсем незначительные изменения на нашей сети, которых абонент может даже не замечать. В результате этого мы добиваемся значительно лучшего качества интернет-услуг, домашнего интернета и повышаем удовлетворенность и лояльность наших любимых абонентов. Орловский слет сисадминов постоянно собирает более 500 человек из 50-60 городов России, Беларуси и Эстонии. С каждым годом количество участников растет, а организаторы заботятся о том, чтобы мероприятие было максимально полезно и интересно каждому гостю. Для этого и темы у слетов всегда новые. В этом году у нас тематика слета «Космос». Это вселенская битва Земли против инопланетных захватчиков. Я всегда был добрым и организовал. В этом году я хочу быть именно тем злым, против которого все будут сражаться. Трехдневная программа слета действительно насыщенная. Умственные и спортивные состязания не создают жестокую конкуренцию, а объединяют. Да так, что и после слета все участники поддерживают дружеское общение, и не только. Хорошие традиции привлекают все больше и больше профессионалов, которые готовы показать, что их жизнь не ограничивается исключительно мониторами. Вот и по завершению этого IT-слета все начали готовиться к следующей встрече. Тем более организаторы уже предупредили. Развлекательной темой слета 2017 станет «Дикий-дикий Запад». Из Орловского района Мария Гусева, Владислав Гапеев, «Вести Орел».